С рекордным числом медалей, оттого и с отличным настроением вернулись челябинские каратисты из Парижа. Там, в столице Франции, на первенстве Европы по сёдокан карате, южноуральцам удалось взять 6 золотых и 1 бронзовую медаль. И это лучший результат во всей российской сборной. Великолепное трио Игоря Астраханцев, Ростислав Збриский и Артем Хамаддинов сумели выдержать серьезную конкуренцию со стороны спортсменов из 23 стран. В каждой соревновательной категории за первое место соперничали свыше 50 спортсменов. Игорь Астраханцев в личном кумите провел 5 поединков, выиграв соперников из Украины, Шотландии, Франции, Чехии. В полуфинале встретился с российским каратистом, но уступил ему за выход в финал и занял 3-е место. Самое неожиданное было, что я выступал в разделах кумите первый раз на чемпионате Европы. Это было для меня уже сложно. Но я собрался, и раз шанс был мне дан, значит, его надо было использовать по максимуму. Я попытался это сделать, но не хватило немножечко с бронзой. Зато после бронзы пошла золотая полоса в личном ката. Игорь одержал верх над представителями Германии, Норвегии, Чехии, Голландии, Шотландии и занял первое место. И также стал чемпионом в командном кумите. В старшей же категории 16-18 лет в ката Ростислав Збриский подтвердил чемпионский титул прошлого года. Но самым ярким моментом, не оставившим равнодушными ни судей, ни соперников, стала победа челябинцев в командном ката. Их слаженное и динамичное исполнение оставило далеко позади конкурентов команды Бельгии и Германии. Считывали, что будут первые места, но сколько их будет и какой будет результат, было сложно предугадать. Он получился практически 200-процентный. То есть во всех видах программы, где они участвовали, они завоевали первые места. Единственное, в одной программе Игорь не смог добиться золотой медали, проиграл своему же товарищу по команде из Ставропольского края, который является уже многократным победителем первенства Европы. После столь серьезного старта и грандиозного успеха для чемпионов сейчас время отдыха и восстановления. А в ближайших планах в сентябре первенство и чемпионат Европы в Турине. Ну а самый главный старт, он проходит раз в 3 года, это чемпионат и Кубок мира. В 2014 году он будет в Токио, и челябинские каратисты намерены, конечно же, претендовать на награды.